2014 год, месяц апрель, город Краснодар, Кубок России, Самсон 37. Я Александр Тимошенко, портал Islab.ru и... Евгений Гемзин, абсолютный чемпион России по классическому бодибилдингу. Абсолютный чемпион чего? России. В чем? По классическому бодибилдингу. Скажи, пожалуйста, Жень, тебя мы не видели сколько времени на соревновательной сцене? С 2009 года, после того, как я выиграл чемпионат России и не выступал. Получается, уже 5 лет. То есть через 5 лет блестящее выступление на Кубке Москвы и не менее блестящее, а может быть даже гораздо более блестящее на Кубке России. Как ты сам себя оцениваешь, как оцениваешь свою форму? Формой доволен, сделал то, что хотел. Все шло по плану, довелся как надо, поэтому все было запланировано, и на чемпионат России ехал именно с целью стать абсолютным чемпионом. Я не был в этом уверен, но настрой был такой. То есть других целей, как стать абсолютным чемпионом по классике, у тебя не было? На данный момент не было, потому что после чемпионата России я 2 месяца отдыхаю, начинается подготовка на Арнольд Классик. На чемпионат Европы ты... В Испанию не едешь? Не еду, потому что у меня тогда нарушится подготовка на... Цикл. На Арнольд Классик, да. Мне надо будет в мае-июне отдохнуть, восстановить силы и с 1 июля уже начать подготовку на Арнольд Классик. Для какой цели, какая цель преследуется подготовка и выступление именно на Арнольд Классик? Когда на этом турнире ввели категорию классический бодибилдинг, это как раз и послужило... тем, что я хочу вернуться, я хочу выиграть Арнольд Классик, это мечта. То есть ты в один прекрасный момент проснулся, я имею в виду из прошлой, так сказать, жизни, где не было соревнований, и увидел себя на сцене именно Арнольд Классика, если ты соответствующей там фигурой или что там, с курткой от Шварценеггера, да? Типа того. Я... Ну, вообще замечательно. Ну, как-то вот, сколько тебе лет? 32. То есть ты остаешься мечтателем, я так понимаю, в какой-то мере? Нет, я всегда перед собой ставил цели, которые понимаю, что я могу их достичь. То есть я не мечтаю о том, что я не могу сделать. После того, как я выиграл чемпионат России в 2009 году, я понял, что я могу двигаться дальше. Кто помогает тебе в этом движении дальше? Моя супруга. У супруги есть имя, там что-то еще, дети, так сказать, совместные, еще какое-то ведение совместного хозяйства. Поподробнее. Мою супругу зовут Юлечка. У нас прекрасная дочка Ивея. Ей 13 апреля исполнилось годик. После чемпионата Москвы 12 апреля, когда я выиграл свою категорию до 175 абсолютку, я обещал ребенку привезти на день рождения кубок. Ты привез его, везешь? Да. Я его привез. 12 апреля прошел чемпионат Москвы. И 13 апреля я ее поздравил. Наградил собственным кубком? Да. Да, подарок сделанный собственными руками. Кто еще помогает? Есть же кто-то еще? Основная помощь у меня от супруги, потому что опыт, накопленный за долгое время, меня начинал тренировать Дима Ишанькин. Он дал мне очень много знаний и дал мне правильное направление. Рассказал очень много вещей. Сказал, что если ты хочешь остаться в этом спорте надолго, не борщи со спортивными добавками. То есть он показал мне, как надо. А потом я уже с 2009 года, зная свой организм, понимаю, как мне надо довестись. Тренер – это здорово, но сам себя ты будешь чувствовать лучше. С 9-го года, прошло 5 лет. Все эти 5 лет ты изучал организм для того, чтобы начать подготовку к Арнольд Классик? Да нет, я на самом деле, если честно, не собирался опять соревновательную карьеру возобновлять. Как только ввели в 2013 году на Арнольд Классике эту категорию, я... понял, что я хочу опять выступать. У меня есть цели, которых я не достиг. Выиграть абсолютку на России, стать чемпионом Европы, чемпионом мира. Конечная цель всего этого. Конечная цель. Существует спортивного твоего образа жизни? Какая она? Добиться максимума в этом виде спорта, в моей категории. В классике выиграть все, что
Можно. Рост, вес препятствием является для развития собственного тела или нет? Вот эти нормативы, рост, вес. Если честно, хотелось бы на сцене выставлять 83 килограмма, потому что я 83 выгляжу лучше, чем когда я ужимаюсь прям вот 78 килограмм. Ну, 5 килограмм разница в мясе, это очень существенно разнит фигуру на самом деле. Но ограничение есть ограничение. В чем тогда перспектива? Перспектива в том, что когда природа дала идеальные пропорции, не испортить их, а правильно все построить, сделать качество, высушиться, выйти на сцену и в классике побеждать, быть лучшим. Я думаю, что мы пожелаем Женьке всех благ от себя лично, от наших пользователей, и закрепим уверенность посещением Arnold Classic в Мадриде в этом году. Я думаю, мы там Женьку отснимем в очередной раз. Спасибо. Спасибо большое. Все, спасибо. Кстати, забыл последний вопрос. Как тебе работа наша совместная на Кубке России в части освещения? В части освещения самого мероприятия да. Работа колоссальная проделана. Когда поздно ночью в соцсетях, на сайте появляется информация, ты не понимаешь, как это произошло и как это могло. Вот, только прошли соревнования, информация уже вся есть. И с утра спортсмены открывают сайт, и там все подробно все написано. Я не понимаю, как вы это сделали, но вы это сделали, вы молодцы, за что вам большое спасибо. Женя, спасибо тебе сейчас за те слова, которые ты произнес. Всего тебе хорошего, жене, ребенку, семье. Спасибо. И ты своих успехов, всех, так сказать, целей, я думаю, достигнешь, а мы будем тебя рядом сопровождать. Дай Бог. Спасибо большое. Давай.